мамаша пока сырка дала. Она вон уплетает его. А как? Это мальчик, наверное, да, толстый? Ага, кобелина. Кобелина. Эй. Ай, твой? Твой заберешь? Залази, я тебе дам, залази. Иди. Давай, залази. На. На. Этот няхин козел, ну баночка была целая, пока я включила телефон. Он ко мне прям сюда лезет. Вот, сейчас, козочка. Воня. Малюнь, сейчас. Козочка, конечно, маленькая. Сейчас я тебя возьму, ребенок. Все, ты усосал. Сейчас еще там. Сейчас. Нарубала тыквы, кабачки, вон корова ест. Эти едят. Все съела? Ну, как получилось, ну уж видишь. Ну, крупно получилось. Ничего, я ж не ножом резала. Здесь... Чего ты? Ела так, ела с аппетитом. А? Так. Это хрумкает, кинула вон там, тыквульки валяются. Эти едят с удовольствием, козы. Так, Мише пока нельзя. Миша, пока нельзя, сейчас помыл. Сейчас тебе дам, сейчас помыл. Тебе? Где? Это... Ты все съела? Ты, коза, все съела уже? О, Миша, о, как хочется. Сейчас. Вспомнила. Сейчас уже вечер, темнеет. Иди сюда, Няша. Няша, иди сюда. Иди к нам. Козел-то он всегда за мной, Няшкин. Иди сюда. Я вспомнила, что мне этих двоих же все напоследок нужно обезрожить. Последних. Ну и та еще прям совсем, которая маленькая очень. Пока термокаутер разогревается. Иди сюда. Че, боишься от дома отойти, да? Иди сюда. Нет, я тебя не звала, козел. Нет, ты большой уже, куда тебя-то? Ты уже прям тебя хоть на улицу отправляй. Ну, конечно, еще нельзя такого ребенка. Ему месяц только. Пошли хвостики. А? Хвостики. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Давайте подстригаться. Стрижку делать, а? Давайте. Эй. Кто тут грызет? Кто-то меня грызет. Это няшка маленькая. Как-то им нужно будет, я не знаю, краской подписывать, как кого зовут. Это вообще, в смысле, кто чей. Все одинаковые, как в этом году. Подстригли? Где этот боевой? А? Шустрый. Я не поняла, ты тоже штуркомолый? Козел. Козел комолый, представляете? Правда. Козел комолый. Няхта рогатая, алтайц рогатый, козел комолый. Ну, занинскую кровь. Вообще, видите? Вот идет, вот ровно-ровно граница вот этой прям шапочки, как бы, да? Вот как бы. И вот здесь завитушек нет. Нету завитушек. Козел, ах, тебе повезло! Ах ты хитрец такой, а! А иногда, знаете, бывает как?
могу и подстричь, когда прям такая прям вся в пылу, вся прям надо поработать. И прям уже подстригаю, и уже термокаутером беру, и смотрю, что-то как-то не так. Козел Камолы. Вот что я тоже не ожидала, правда. Давайте сразу к матери засуну, а то ты мне надоешь, придется сейчас выковыривать ту малышку, вообще малюсенькую, которая... Ой, какая она махонькая. Ходит, кричит одна тут. Пока ждем, пока термокаутер нагреется. Нет, я тебе сейчас не принесла, вечером принесу. Мамашу свою уговаривайте, деловая. Няха это вообще. Отстань. 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 Отстань, козя. Ой. Машинку. Ладно, машинку. Помыл. Да хватит. Давай, сейчас проверим. Термокаутер. Термокаутер нужно очень хорошо разогреть. Плоховато еще. Плоховато, будем ждать. Да? Будем ждать. Подождем. Не знаю, эту малышку посмотрела. Она... Ну, я все надеюсь, что она каждый день как-то укрепится, а та малюсенькая. Сегодня тоже не буду, завтра приду. Не знаю, ну там совсем она. Она и эта-то масенькая. Но это чуть побольше, чем та. Все, вздохнула. Чего-то вздохнула. Ну все, пошли. А? Пошли на процедуру. Няш. Нявка. Нявка. Вот Няшино имя, оно всем подходит, да? Всем ее детям. Няша и Няша. И пускай так. А вот она Зая. И вот она Зая, и мне тут грызет телефон с мамашей со своей. Все. Испугалась? Помылка. Смотри, такая. Ты не знаешь, что это такое. Ты не знаешь. Да. Ну все. Все. Тынь. Тынь. Ну как? Ну как страшно было, да? Страшно было? Да. Все, я больше не буду. Все, пойдем к мамане. Сейчас уже и забудешь, что это такое. Видишь, козел какой хитрый, а? И здоровый, и крупный, и длинный. И безрогий. Видала, какой он? Перехитрил всех. А ты маленькая девочка и рогатая. А тут зая. А тут зая к нам лезет. Ну-ка, зая. Иди сюда, зай. Убежала. Зай. Зая. Зая. Заяц. Ну. Все. Заяц убежал. Ладно, ставлю мамашке. Все. Ну, осталась у нас одна та, не знаю даже. Да, мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. Он как вздыхает, видите? Ой, как ребенок. Да. Няфа. Вот это и думать не надо. Няша и есть Няша. Да. Няша и есть Няша. А, это задняя нога. Хотя сказать пока. И это другая нога.
это другие ноги. Вот это, видишь, у меня в руках другие ноги. Все, все, пойдем к матери, пойдем. Пошла, пошла за матерью, повторюшка. Ну и ладно. Пускай поужинает. Да, пойдем. Ну что, теперь бежишь ко мне, да? И руки нюхаешь, а? За зерном. Конечно. Я ее не даю, потому что уже девочка подросла, уже молока там у нее совсем мало. В смысле, не поддаиваю. Поэтому я просто так даю из рук зерна. Вот, видите, и не боится. И за зерном-то. Вот так. Что, и стоишь, да? Вот, видишь, как жизнь-то. Вот ты на силу сделала вид, как будто тебя тут убивают. Сейчас вечером делаю солянку. Такой период. Не знаю, чего хочу, у меня продолжается, понимаете? Ну, не знаю. Ну, морозиловки же у меня есть две. И не знаю, что хочу, вот правда, что приготовить. Что мне взбрело сегодня в голову? Солянку сделать. Капуста, морковка, кабачки навеяло. Я же сегодня рубала этим всем, козам, коровам. Ну и самой, а мы что, хуже? Лука, много лука обязательно. И обычный вариант, допустим, можно добавить пасты томатной. Сегодня почему-то мне взбрело в голову добавить сюда майонез. Ну, свой майонез мой, который я делала вот... Две ложки, это я уже его размешала, это вот осталось. Не знаю зачем, чего-то мне вот так вот сегодня вздумалось. Вот. Но у меня хоть уже проблески, я уже как-то понимаю, уже что начинаю хотеть рыбку. Я бы опять съела скумбрию. Вот, это уже хорошо, а то прям мучаешься, вообще не знаешь, чего хочешь. Так что сегодня будем с соляночкой. Папа у нас очень любит солянку, то, что без мяса. А, нет, ну, кстати, я пожарила на чьем-то жиру, у меня был кусок птичий, наверное, да, не козлиный, птичий какой-то там, с немножко с мяса, ну, прям немножко. То, что оно без мяса, это не значит, что оно какое-то невкусное блюдо, да? Морковка готова? Посолить нужно, я же не солила. А так здесь, видите? Вот, сок. Ну, водички, прям капельку водички добавляла. Иногда хочется и овощного, и соляночки. А вот и сняла сейчас кольцо. И вот какой он красивый, смотрите. Да? И сверху симпатично. И сверху симпатично смотрится. Да? Да, конечно. Смотрите, как красиво. Мы сейчас ходили. Меня отругает. Рафик. Мила Рафик. Мила Рафик. Меня первая катай, я думаю, много заслужила. Мы ходили. Ой, ну так красиво. Я считала 1500 раз шагов. Да. Да, сейчас. Ага, на селфи, видите, вообще не получается, вообще некрасиво. Вот так вот. Мы ходили, вот поужинали и пошли до остановки. Пошли, муж не хотел ни в какую, я говорю, нет, до остановки. Он хотел по ровной дорожке просто туда-обратно пройтись. Вот. Пошли все до остановки. Прямо именно туда, в горку до дороги поднялись. Поднялись, не знаю. И оттуда Милана считала... Куда? И оттуда Милана шла всю дорогу, считала, сколько шагов. Я говорю, полторы, да, надо, по-моему, минимум проходить в день. Вот, как раз и насчитали полторы тысячи от остановки, да, прям ровно. Ну, там 1500 с чем-то еще получается. В общем, мы полезное дело сделали. Тебя отпустили. Толстая стала. Опять есть, ага.
А че вы все ходите туда-сюда, я не пойму? Папа перчатки забыл. Теперь перчатки. Я аж устала, пока думала. И Милана, представляете, у нее мозг... А что, ей можно лежать, а мне нельзя? Быстрее лежи, пока папы нет. Я думала. Давай, а то сейчас он вам выйдет, но папа чуть что истерить начнет. Все замерзнут, заболеют. Ты не думал 1500 раз, тебе нельзя. Вот, а Милана, представляете, у нее мозг в каком напряжении всю дорогу был. Она считала пальцы все, она загинала на руках, на ногах шла. Нет, наоборот, выгинала вот так. Подъем. Леня, она жирная стала. Ты посмотри, она толстая стала. Куда тащить-то? Ты ж там будешь катать? Зачем там? Вот на дороге. Да? Не знаю, до сарая. А куда вы собрались? Я первая. Давай, садись. Ага, Динку! Дин, давай, садись. Ну-ка, что она там сейчас будет? Мам, у Динки утром нос был весь в снегу. Да? Да. Побежали. А там, видите, какое-то зарево? Я раньше иногда ошибалась, думаю, как-то у нас... закат в этой стороне, когда он вообще в противоположной. Я же всегда закаты смотрела вон там у нас. А, забываю, а там возле города теплица. Кто там? Голландцы. Не знаю, кто купили. А, она сначала и так была огромная. Теплица, в смысле, там розы выращивают. Потом они еще построили, потом еще. И там, в общем, огромная у них там территория. И здесь такое зарево всегда, представляете? За сколько километров это от нас? Ну, сейчас вообще, сейчас слабенько, сейчас не видно. Телефон фокус не может взять в темноте, не знает, куда ему настроиться. Вот, а так обычно вообще такое зарево, прям очень ярко. Сейчас не видно почти ничего, так. Ну, чего?